Милый бум-бум, бум, с тобой врум, врум, ты мелю. Все сразу же респектовали. Блин, я вот еще не знаю, как... Не знаю, почему я так пришел. Я еще не знаю, как одевается Exile. Вот я сейчас задумался об этом. Я сейчас вообще, начал... Он очень раньше много носил анимешных шоток по типу Ники Феллини, знаешь, да? Вот, наверное, будет Нортон какой-нибудь. Может, нет, наверное, вот только Ники Феллини таскал его еще. Ну, так, супер обычно. Вообще одевался обычно. Сейчас что-то начал таскать, что-то я видела на нем... какую-то футболочку Марджелла. Да, 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 реально, мастер-майнд что-то у него уже, он подтягивается. Подтягивается. Ну, как будто вот три есть жестких стиляги из хозяев. Это этот, плохой поц, кореш и Exile. Вот. И вот, блин, по новым лукам Exile, вот непонятно, кто из этих троих самый стильный. Ну, у него, мне кажется, у Exile слишком мало луков, чтобы, например, с корешем и с плохим парнем... как-то. Ну, я вот плохому парню и корешу поставил по семерке вот из этого видео, и вот задумался, типа, вот у кореша такой стиль, что он, типа, не надевает рандом с этой шапкой. Ну, да, вот да, типа, ему под образ это подходит. Вот, и Exile тоже начал подтягиваться, но у него есть бренды, но пока что я, блин, вот как сказать, вот я замечал на нем бренды, это, блин, огромный респект на самом деле Илюхе. То, что он начал носить дизайнер. Но пока что я не замечал прям такого лука, который...